На самых опасных участках федеральных трасс установят камеры наблюдения. Усилить внимание к перевозкам людей распорядился Борис Дубровский. Поводом послужили две крупные аварии на М5 и М36. В ДТП пострадали пассажиры автобусов. По мнению губернатора, самые опасные участки трасс следует подключить к системе «Безопасный город», установить там видеокамеры. С их помощью можно было бы устанавливать водителей, превышающих скорость. Это и доходы от штрафов, и более безопасное движение в регионе, уверен Борис Дубровский. Может быть, имеет смысл там вложиться. Все-таки это как-то как неким образом дисциплинирует, достаточно серьезно дисциплинирует. Если нам это удастся при этом снизить эти риски, наверное, это то, в первую очередь, на что настроен должен быть этот безопасный город, эта система. Кроме того, глава региона поручил проверить реагирование оперативных служб, особенно врачей, на вызов к месту ДТП. В первую очередь будет оценено время выезда и доставки пострадавших.